say, if this your first time in Turkey, first time in your life, huh? So you had Turkey in your bucket list, especially Cappadocia in your bucket list. Too. Мы остановились на 10 минут посмотреть это место. Смотрите, какое оно красивое, не так ли? О боже, это прям дерево. Смотрите, какая красота, да? Называется это место Учисар. И, как вы поняли, что рассказал нам гид, летом, когда температура на улице достигает 35-40, а иногда и 50 градусов, то в этих каменистых домах, вы только подумайте, может быть минусовая температура. И точно так же зимой, когда снаружи было даже минус 27, в этих домах, скалах, было плюс 25, плюс 30. Подумайте, да? Только посмотрите, куда мое солнце забралось. Я туда не подымусь однозначно. Тут очень скользко. Боже, какая красота. И люди здесь жили веками и до нашей эры. Ой, шикарно. Шикарно. Еще воздушные шары. Так, мы сейчас приехали в музей под открытым небом. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть Византийскую империю. Вернее, до Византийской империи это было. Интересно. Мне очень интересно. Christian life inside here, in this area. We have so many churches, as I told you. But imagine, if there is a church, there has to be some people inside. Like a father of the church, the sisters of the churches. So these people needed education. They were just trying to get some ideas in the monasteries, and they were like choosing to be a sister or the monk or the father of the church, and they were getting a special education for this day. They had to dedicate the place in their life. Thank you.
очень интересно, потому что все в музее построено и пропитано духом христианства. Подземные пещеры, в которых нам нельзя снимать, но мы уже туда ходили. Подземные церкви. Везде на стенах нарисованы Божья Матерь, Иисус Христос и Георгий Победоносец. Конечно, ощущения переполняют, ведь я человек, который понимает, да, и чувствует это. Туристы просто смотрят, а когда человек верующий понимает, насколько это великая сила и сколько веков прошло, то, конечно, дух захватывает. Погода сегодня, кстати, прохладная. Можно не отлучиться на такой простор. Ой, посмотрите, как он идет за мамочкой. All his passion about the religion is painted on that part of the wall. So, beginning as nativity, end as crucifixion. They all are connected to each other. Сейчас мы заходим в церковь, которая называется Церковь Яблока, Эль-Малык Гелесе. Пойдемте с нами. Ой. Какая панорама открывается. Сурадан yapılmadı. Что сказать? Красота. Каппадокия, Гюрюме. Вы только представьте себе, в каждом вот таком пещерном подземелье церковь. И их здесь насчитывается около 127 церквей. Неописуемо красиво.